Петь песни, танцевать, фотографироваться, смотреть фильмы, искать общие интересы. Духом своего времени попытаются обменяться старики и молодежь Днепропетровской области. Акция «Встреча поколений» пройдет в Днепре в конце октября. В течение 4 часов два поколения будут передавать друг другу ценности, атмосферу своего времени. Молодежь и старики вместе станцуют и споют под музыку современности и 60-х годов. Во время особой фотосессии все гости праздника смогут сфотографироваться с предметами разных времен. Это могут быть счеты и калькулятор, старый стационарный телефон и мобильный, угольный и электрический утюг, бумажные и электронные книги. Представители двух поколений вместе посмотрят старые современные короткометражки, ответят на связанные с ними вопросы.